Вечернее шоу на Авторадио. И как и было обещано, у нас в гостях сегодня, прямо здесь, под музыку, появляются два топовых эксперта по фитнесу. Один из них создал самый популярный авторский фитнес-блог в России. Вторая помогла более чем 1500 человек сбросить около 40 тонн жира. Ирина Турчинская, Денис Семенихин у нас в студии. В гостях! Правда, Ирина? Правда, отлично. Ирина Турчинская конкретно на месте находится в студии. Конкретно Ирина. А Денис Семенихин конкретно в пробке. Поэтому мы были вынуждены с удовольствием, но вынуждены все-таки не здесь наблюдать Дениса, а звонить ему по телефону. Алло, Денис. Да-да. Привет. Здравствуйте, Денис. Расстроенный, да? Расстроенный, что ли? Нет, почему? Да нет, ну скажи, что настроенный. Расстроенный, что до нас не доехал. Итак, Ирина Турчинская, ведущая, тренер программы «Взвешенные люди» на СТС в трех сезонах с 2015 по 2017. Фитнес-тренер с 20-летним стажем, лауреат премии ТЭФИ, автор бестселлера «Система Ирины Турчинской. Новая жизнь в идеальном теле». Ну и Денис Семенихин, самый популярный практикующий фитнес-блогер в России, более 1 000 000 подписчиков в Ютьюбе. Ведущий тренер программы тоже «Взвешенные люди» на СТС, лауреат премии ТЭФИ, также автор бестселлеров о здоровом образе жизни. Ну и основатель проекта «Супер тело», да, о котором как раз сегодня и прямо сейчас и пойдет речь. Да, ну Денис это тело мы знаем прекрасно, в принципе, оно на виду всегда. Сейчас мы будем изучать тело. Я, кстати, спросила, а могу я хотя бы одно слово вставить? Вот получается. Вот теперь можно, Ирина. Ура, теперь можно, хорошо. Ирина, ну давайте, возможно, у вас уже есть какая-то договоренность с Денисом по поводу того, как вы презентуете свой проект. Вот, я понимаю, что сейчас будет немножечко сложно, с учетом того, что контакта глаза в глаза нет, что он по телефону, а ты здесь, но так или иначе, значит, и Денис и Ирина предлагают потенциальным участникам проекта «Супертело», которое стартует, кстати, 20 ноября, привести свое тело в отличную форму за 4 недели под руководством лучших экспертов в этой области. Совершенно верно. Контакт с Денисом у нас случился несколько лет назад. И этот контакт не только глазами, а мы поняли, что мы мыслим совершенно одинаково. И мы имели за эти 3 года одинаковый опыт, когда люди, не верящие в себя, и мы на них смотрели, думаем, боже, с этим что-то можно сделать. Мы же понимаем, как готовиться, мы же понимаем, как подводиться к нагрузке. А здесь ограниченное время, ограниченное время, ограниченная еда, ограниченное время сна. И эти люди начинают творить чудеса. И наблюдая вы за... сейчас апеллируете как раз к программе «Взвешенные конечно, люди», да? Конечно, конечно. Мы начали с этого, мы посмотрели, мы приобрели этот опыт и понимаем, что границы возможностей человеческого организма расширились до такой степени у нас в сознании, в голове. И самое главное, мы имеем практику. Практику того, что человек сам не понимает, что он может. И если он замотивирован, а мы уже научились мотивировать, если раньше мы так читали по учебнику, это возможно, это невозможно. Сейчас мы понимаем, что мы можем писать свои учебники, где действительно все возможно. Вопрос найти правильные слова, вопрос выстроить методику, вопрос от простого к сложному. Ну и самое главное, самый большой наш кайф, и мой, и Дениса, видеть результат. Мы все-таки на результат работаем, люди спортивные. Что, нет, я не останавливаюсь. Не-не-не, я Дениса хочу спросить. Денис, а как у вас распределение? Определение ролей происходит по гендерному признаку. За что ты отвечаешь, за что Ирина? Вы знаете, мы сделали так, у нас вообще 3 эксперта в проекте. Да. Это Ирина, это Станислав Лендовер, это еще один специалист российский, очень известный, и я. И мы сделали 3 команды. То есть у нас в проекте участникам предлагается выбрать 1 из 3 команд. Они не могут заниматься с нами троими, но они могут выбрать себе одного из нас. И, соответственно, у каждого свой подход. У меня подход несколько отличается от Ириного, у Стаса, естественно, отличается от нас. У тебя более жесткий, Денис? Я бы, кстати, не сказал, что у меня более жесткий. Мы просто по-разному немного, так как у нас бэкграунд разный, мы все тренируемся, я тренируюсь больше 30 лет уже, и, естественно, я накопил множество видов спорта и видов нагрузки, и видов диет, которые я использовал в течение этих 30 лет. И я делюсь тем, что знаю я. У Иры свой опыт, свои, естественно, какие-то наработки, и она делится тем, что умеет она. Но что нас объединяет, я бы сказал, каждого из нас втроем, это вера в то, что если человеку поставить нашу голову на плечи, то он точно добьется феноменального результата. Вот это самое главное свойство проекта. Мы свою голову на 4 недели ставим на этих людей. Слушайте, у вас есть дополнительный такой помощник-мотиватор, это Новый год. Это Новый год, абсолютно. Я думаю, что это все, безусловно, было просчитано, потому что одна из мотиваций – это приведи свое тело в отличную форму в преддверии Нового года. И ровно 4 недели как раз получается. У людей всегда есть пунктик, что на Новый год я должен быть обновленным, красивым и так далее и тому подобное. Это вам потом дополнительный мотиватор. Потом есть пунктик, что есть с 1 по 7. Это второй вопрос. Слушайте, кто люди на старте? Кто это? Какими они должны быть? Какие есть ограничения для участников по весу, по возрасту, еще по каким-то, возможно, причинам? Денис, кто отвечает? Могу я сказать? Да, давай, говори.
Да, давай. Значит, смотрите, что очень важно, что подчеркнула Ира. Мы в рамках шоу «Взвешенные люди» сумели за 3 сезона помочь всего лишь 48 людям, так как это ограничено форматом шоу. Угу. При этом мы понимаем, что в стране есть 48 тысяч людей с аналогичными проблемами. Люди, у которых есть лишний вес, угу, которые не находят поддержки либо среди своих близких, либо в спортклубах, в которые они ходят. А у нас есть методики и есть понимание возможностей этих людей. Поэтому я считаю, в первую очередь наши клиенты или наши участники – это люди, у которых есть 10-20 килограммов избыточного веса. А это, я вам скажу, в нашей стране больше половины, на мой взгляд, людей, которым там за 30. Так. И как, слушай, человек это наш клиент. Да. Понятно. Ну, с другой стороны, понимаешь, Денис, человек не считает, что у него, когда вот плюс 10, да, он чувствует себя нормально, зачем мне вот сбрасывать эти лишние 10 килограммов? А действительно, нет, таких проектов не идут. Там... Идут только те, которые считают, что им нужно что-то сделать. Конечно, заставлять мы никого не можем и не делаем это. То есть изначально мотивация, она идет от человека. Когда так, он понимает, все, хватит, я больше не могу. Давайте еще раз о структуре, о том, что понимаем. Во-первых, мы давайте всем еще раз объясним, что это онлайн-проект. То есть вы никуда не приводите никого ни в спортзал, не ведете, не вывозите ни на какую площадку. То есть это просто те люди, которые должны прийти к вам на сайт и познакомиться с вами и поступить в одну из трех команд, подать заявку, все соответственно, верно, либо к Ире, либо к Денису, либо к Стасу. Правильно? Правильно. Да, дальше. Верно. Дальше есть 4 недели, в принципе, которые идут по принципу соревнования. Притом соревнования человека самим собой, в первую очередь. Вы даете ему задание. Конечно, мы даем задания, да, мы следим за выполнением, у нас есть отчетные работы, которые они присылают раз в неделю, и есть единственный выходной в неделю, когда можно перевести дух. Вот, ну и двинуться дальше. Все занятия происходят дома, это тоже, безусловно, преимущество, то есть не нужен спортзал, и дома ничего не нужно специально оборудовать, потому что работа все упражнения только собственным телом, собственным весом. Как только вы поднимете или поприседаете с весом собственного тела, я вас уверяю, 100 раз, вам штанга уже не нужна, то есть это, ну, пользуйтесь тем, что имеете. Отлично. Но теперь спросите, скажите, пожалуйста, вы питание тоже расписываете, да, участнику? Обязательно. Индивидуально обязательно каждому. Вы знаете, лишние килограммы – это всегда показатель того, что что-то не так с едой, что-то не так с физикой, то есть лакмусовая бумажка. Посмотрел на себя в зеркало, подошел, понял, да, нужно менять. Вопрос, как менять, насколько интенсивно, насколько жестко и резко. И у нас, опять же, повторюсь, были дебаты, мы собирались вместе не один раз, мы разрабатывали вот какие-то усредненные цифры, и вот… Кульминация, квинтэссенция, вот в общем, если посчитать наш тренировочный опыт, это жизнь взрослого человека. Вот это все будет в проекте. Так как же вы собираетесь работать индивидуально с каждым участником, или вы все-таки будете им давать какую-то общую диету? У ребят будет раздаточный материал, у них будут видеоматериалы, у нас будет связь с ними, и у них будет, конечно, общий план питания, план тренировок, который они будут выполнять каждый персонально. Вы знаете, что там приседание рознь. Точно так же, как можно действительно правильно позавтракать, правильно пообедать, а можно где-то вильнуть. Вот мы очень хотим, чтобы вильнуть было невозможно в нашем проекте. Ну, а с другой стороны, Денис, вот я все понимаю, да, мне тоже все жутко нравится, я, в принципе, тоже ратую за то, чтобы сбросить лишний вес и быть спортивным, но, опять-таки, когда ты занимаешься индивидуально с тренером, который за тобой следит, это одно дело, да, когда ты правильно выполняешь упражнения, которые тебе дают. Другое дело, вот онлайн наблюдаете, да, за человеком. И то раз в неделю, да. А как же тут вот проследить, понимаете, там, как я правильно поднимаю ноги или там... Не дай бог повредить еще что-нибудь потом, да, если неправильно сделать. Я объясню вам важнейшую вещь, которую нужно понять каждому человеку, взявшемуся за свою физическую форму, что в действительности, опираясь на свой жизненный опыт, я могу сказать, владеет этим вопросом только тот, кто научился сам тренироваться. Мы с помощью онлайн-системы попытаемся передать людям знания, как это делать самостоятельно. Вы не можете всегда зависеть от тренера. То есть не может быть голова тренера, как я уже до этого аллегорию приводил, постоянно быть приставленной к вам. Вы все равно постепенно должны впитать знания, а самое главное, вы должны впитать вот эту мотивацию, для чего вы все-таки это делаете, и научиться делать это самостоятельно. Мы с помощью проекта «Супертело» планируем научить людей делать это самостоятельно, то есть овладеть этим. Из разряда, знаете, не давайте человеку рыбу, дайте ему удочку. Денис, мы хотим дать ту самую удочку. А давайте совместим усилия и поэкспериментируем на одном из нас и будем, так сказать, онлайн отслеживать, как изменится человек. Слушайте, будет клево. Запросто. Слушайте, вообще великолепная идея. Я вижу Машу. Денис, у нас 2 клиента уже есть. А кто будет платить за эту историю? Скажите мне, пожалуйста. Об этом мы поговорим через пару минут. Мурзилки лайв. Мурзилки лайв. На Авторадио.
топовые эксперты по фитнесу Ирина Турчинская и Денис Семенихин продолжают презентовать у нас в эфире. Очень интересный проект. Ну, а мы, соответственно, докапываемся разными вопросами. Ирина у нас в студии, Денис по на телефону. Связи. Да, Денис контролирует Денис, сегодня привет, еще раз. Ситуацию с пробками в городе да, Москве. Привет. Вот. Итак, мы остановились на таком трогательном моменте, как деньги. На щепетильном. Да, потому что не будем, не стоит скрывать, коль мы узнаем все подробности про проект, то вход в него не бесплатный. Да, конечно, это коммерческий проект, и он сопоставим со стоимостью одной, максимум двух персональных тренировок. Персональных тренировок. Ну, понимаете, персональными тренировками, вот мы здесь с Денисом абсолютно солидарны, не сговариваясь, можно заниматься годами. И тренер тебе говорит, что делать. У меня было куча клиентов, которые приходили, говорят, ты помнишь вообще, как ты строил свою тренировку? Нет, он даже не помнит. То есть голова находится, да, и все вообще, центр управления полетом находится у чужого человека. Вот умение самого себя настроить на тренировку, это значительно дороже, ну, так скажем, значительно сильнее, чем проведенные вот, одна-две персоналки. В редакцию пришло письмо. Денис и Ириночка, мы вас очень любим. Спасибо вам большое за все. Вы лучшие. Ваша троица, внимание. Олеся, Анюта и Борис, взвешенные люди, третий сезон. Анечку видел не так давно. Да, удивительные люди. Я на самом деле и Денис, и я, мы встречаемся с ребятами, теми, кто живет в Москве. И каждый раз, вот это такое из разряда людей, которые всегда тебя благодарят. Каждый раз, когда тебя видят, у них действительно началась новая жизнь. Это правда. Отлично. Теперь о тех, кто только собирается, значит, делать эту новую жизнь. 20 ноября стартует проект. 4 недели он длится. 4 недели люди, вошедшие в эту историю, получают каждый день какое-то задание. Раз в неделю они отчитываются. На старте они делают фотографию до, да, себя, чтобы как бы понять, как это выглядело с самого начала. На финише они делают фотографию после. А по ходу еще какие-то получаются бонусы. Да, промежуточные у нас тоже будут промежуточные конкурсы, на которые они должны будут отчитываться, и если они не выполняют, они там, скажем, им очень важно выполнить это задание. Денис, ну это вот Денис все-таки хочется пообщаться, да? Скажи, пожалуйста, да. На этот месяц, на 4 недели человек вообще отказывается от всех удовольствий? Он может делать все, что хочет, если я правильно. Знаете, насколько это энергозатратно, да. И так далее. Вот, скажи, пожалуйста. Насколько ребят, нужно смотрите, взять тебя за шкварник, да, в этот момент? Почему мы выбрали именно отрезок 4 недели? Всем понятно, что физическая форма не куется, конечно, за 4 недели. Это более длительный процесс. Uh-huh, uh-huh. Но 4 недели это, во-первых, осязаемый отрезок. То есть можно пропустить 4 недели в своей жизни и вообще не понять, что... Вот обернитесь назад на 4 недели, что произошло значимого. У большинства из нас, в общем-то, это прежняя рутина. В то же время за 4 недели можно окунуться во что-то новое для себя в качестве эксперимента. Каждый из нас способен посвятить 4 недели чему-то новому и именно нырнуть в это. То есть наш проект – это, конечно, погружение без отрыва от своей повседневной жизни. Просто в свободное от работы время люди делают упражнения, которые мы каждый день им присылаем. Точно так же они делают видеоотчеты, сдают нам. То есть они чувствуют, что мы держим руку на пульсе, хотя мы находимся на расстоянии. Но 4 недели – это тот отрезок, когда человек может все-таки ощутить, каково это быть спортсменом. Угу. Мерить это на себя. Сказать, что все, в гости я не хожу, ребята, все, от меня отстаньте. Держать себя в форме, недели, не злоупотреблять ни в коем случае, потому что понятно, абсолютно. Что... Понятно. Абсолютно. Серьезное мероприятие, вопрос, да. Вопрос у меня и к Денису, и к Ирине. Когда мы говорили о том, что вы даете некую дорожную карту по тому или иному выполнению упражнений, да, потому что понятно, что ряд упражнений просто невозможно выполнить, не имея какого-то определенного бэкграунда, а ряд таких простых, казалось бы, упражнений, там, отжимания, планка, пресс и так далее. Вот вы даете, соответственно, в видео ли, в текстовом ли варианте некий план. Но ведь ту же самую планку и то же самое отжимание можно делать неправильно. Это совершенно очевидно, то, о чем мы и говорили. Так вот, каким образом вы можете контролировать это в течение недели, правильность или неправильность? Вот смотрите, мы это контролируем с помощью контрольного задания в конце недели. То есть все то, что было, знаете, как вот ученик в школе, вот он пишет контрольную работу. Вот точно так же у нас участники будут записывать на видео свою контрольную работу в конце недели. Так. То есть мы сможем проверить, отсмотреть все, что они освоили, все уроки, какие они уяснили за эту неделю. И, соответственно, сделать корректировки. Если человек не сдает свою контрольную работу... То есть ученик не сдал контрольное задание. Извините, не сдал именно, то есть тетрадь не положил вам на стол, правильно я понимаю? Он прислал видео. Во-первых, не положил тетрадь. Во-вторых, например, в тетради получил двойку, то есть плохо выполнил. Не уложился по времени, не сделал нужное количество повторов. Он вылетает из проекта. Смотрите, здесь в чем идея.
том, что мы вложили свой труд, и мы хотим, чтобы участники ответно вложили свой труд и несли определенные обязательства перед нами. В этом и есть конструкция и скелет проекта, что мы обмениваемся взаимными обязательствами. Мы отвечаем за ваш результат, вы выполняете контрольное задание. Спасибо, Денис. Единственное, ежедневно, это сколько занимает времени, Ир? От 20 до 40 минут. Вот Денис. Да, порядка часа вместе с дополнительными заданиями. Денис, это побольше. Час-полтора. Денис, Ирина, у меня к вам такой еще вопрос. Вот мы опять-таки говорим о конструкции всего проекта, о его сценарии, скелете, о всех этих допах. Скажите, пожалуйста, чем ваш проект отличается от весьма раскрученного тоже онлайнового, тоже сетевого проекта «Бешеная сушка» Василия Смольного? Денис, кто отвечает? Да, давайте я отвечу, да. Значит, проектов вообще очень много. Мы, естественно, не пытаемся отстроиться от отдельных проектов, мы пытаемся отстроиться от всей их совокупности. Наше главное конкурентное преимущество, назовем так, это, естественно, наш огромный опыт. Причем, если бы этот проект я делал в одиночку, я бы опирался на свой 30-летний опыт. Но я взял еще экспертов с аналогичным по продолжительности опытом, и с огромным спектром пройденных ситуаций и накопленных в том числе и ошибок. Соответственно, я считаю, что наша уникальность в наших людях. В авторитетности, в их опыте и в их умении. В опыте, да. Не столько в авторитетности, именно в чистом опыте. И еще я добавлю, все-таки прошел «Взвешенные люди», в котором вот мы с Ирой 3 года отработали. Я могу сказать, что нас это шоу изменило просто радикально. Потому что я, когда увидел впервые людей весом 200 килограммов, а я действительно увидел их впервые. Я видел в Америке на расстоянии этих людей, но не думал, что я даже в диалоге с ними когда-то буду. А здесь я на протяжении 16 недель в первом сезоне, Ира тоже, мы делали из этих персонажей спортсменов. И мы поняли, что в действительности в них внутри, где-то под этими слоями жира, сидят здоровые, потенциально здоровые люди. И мы смогли из них этих людей сделать. Спасибо. Отлично. Желаем, чтобы и на проекте «Супертело» нашлись такие. Притом, я думаю, их будет намного больше. Ирина Турчинская, Денис Семенихин у нас в гостях. Спасибо. В эфире. Их проект «Супертело». Желаем удачи. Я думаю, увидимся. Поболтаем еще о том, что... Денис, приезжай, мы тебя ждем. Пока. Спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо.